Любые поездки Владимира Путина становятся событием мирового масштаба. То, что он посетил Бурятию, это важно, ведь это даст толчок к ускорению многих процессов. Нет более качественной и однозначной поддержки региона, чем приезд в него главного лица страны. А вот как на приезд президента отреагировали люди, мы решили узнать у жителей нашей столицы. Сегодня к нам в Бурятию с рабочим визитом приехал Владимир Путин. Скажите, что бы вы ему пожелали бы в дни Сагалгана? Дни Сагалгана нашему президенту хотел бы пожелать всего самого хорошего, доброго и, конечно, крепкого здоровья. Удачи. А еще? Терпения, сил, холоднокровия. Крепкое здоровье и счастье в личной жизни, чтобы наконец-то кто приобрел жену. Ну, конечно, здоровье и продолжение своей политики правильной. Самое главное – здоровье и всего хорошего, ну и лучшего. Долголетие, счастье, удачи во всех его делах и начинаниях. Дальнейших успехов, чтобы войны не было, чтобы моего сына вернули. Терпение, сил побольше в наше тяжелое время, чтобы терпение было большое, конечно, и чтобы люди его любили и уважали. В телеграмме же давно говорили. Ожидали, конечно. Я слышал, что он приедет. До того, как он приедет. Нет, это неожиданно было. Неожиданно было, но то, что приехал, значит, мы ему нужны. Да, это для меня неожиданность. Приезд был неожиданным, да. Нигде в СМИ как бы не заметила таких новостей. Он должен посещать, мне кажется, такие места, вообще столицы. Владивосток, Хабаровск, он обязан там находиться. Быть рядом с людьми, поближе к народу, особенно к вам, в Бурятию. У вас красивые женщины, во-первых. С рабочим визитом всегда приезжает. Но я слышала, что приедет, в интернете смотрела. По телевизору поговорили, и так, на работе, вот знаю, что ожидали. Что бы это было? Химарик. Ходоком встречает, ходок, да, преподнести ему, и чтобы он про нашу республику не забывал, всегда поддерживал. Ну, фотографии с видом Байкала, наверное. Мне очень нравится игрушка. Филиненка такая беленькая, с красивыми глазками. Какой-нибудь с Дацана? Статуэтку? Самое главное наша достопримечательность – это голова Ленина. Можно статуэтку головы Ленина. Чтобы он помнил о Бурятии, про Байкал что-нибудь, или книгу хорошую про Байкал. Ну, есть тарелки красивые, которые где Бурятия, где все наши достопримечательности. Напомним, этот визит для главы нашего государства не первый. В Бурятию Владимир Путин приезжает уже в 4-й раз. А об итогах его работы мы расскажем вам завтра в программе «Новости дня».